Сейчас многие переживают из-за того, что им приходится сидеть дома, но, по-моему, это время нужно принимать с благодарностью. Наконец-то у нас есть возможность провести время с семьей, поиграть с детьми, наладить какие-то контакты, которые можно... Это же просто счастье какое-то. Просто какое-то счастье. Счастье. Я решил заняться йогой. Я сообщил семье, что буду заниматься саморазвитием, и мне, естественно, нужно 2 часа в день на медитацию. Я закрываюсь в комнате и медитирую. Это прекрасное время побыть наедине с собой, разобраться в собственных чувствах, разобраться в себе. Йогой занимаешься, да, Тарас? Ом. Ом мани падмагум. Ом. Самосовершенствование.